В индустриальном районе в квартире пятиэтажного дома полицейские обнаружили труп женщины, поврежденный ее собственными домашними животными. Решение о взломе двери было принято после жалоб соседей на появившийся трупный запах. Хозяйка жилья, 79-летняя пенсионерка, долгое время не отвечала на звонки и стук в дверь. Двухкомнатная квартира расположена на первом этаже, решеток на окнах нет. Спасатели приняли решение не бить стекла во избежание последующей переморозки стояка отопления. Дверь была деревянная, оказалось, что она закрыта изнутри на щеколду, поэтому на взлом потребовалось не очень много времени. Внутри сотрудники экстренных служб обнаружили тело хозяйки. Оно лежало на кровати и носило следы воздействия животных. Предполагается, что пенсионерка умерла по естественным причинам. После этого в заперти и без еды остались 9 собак и кошек. Пенсионерка содержала у себя двух дворнях, но после того, как одна из них ощенилась, весь приплод остался жить в доме пожилого человека. Комнаты и кухня были захламлены, всюду царил беспорядок. Соседи сообщили, что пенсионерка с возрастом стала вести себя странно. У женщины есть родственники, которые живут неподалеку в первом микрорайоне. Они редко навещали пенсионерку из-за того, что женщина сама не была рада их видеть. О том, что собаки терзают покойную, соседи знать не могли. Лай и возня за стеной являются обычным делом. С места происшествия Виталина Кондрахина, Михаил Сергеев и Андрей Алферов.